Так, еще раз всем привет. Это у нас сегодня 5 уже, июля 2022 года. Очередная волна идет в пачке. Прохожу, отбираю. Сначала отбираю у семей, которые более выкучивались. Которые я засек, которые более выкучивались. Отбираем на откашку. Смотри, какая красота. Красота. О, вообще красота. Запута. Не пользуюсь я удалителями никакими. Мне нравится отбирать. У меня пасека не сильно большая. Потихонечку, не спеша. Без напряга. Вот такие вот рамочки отбираю. Красота. Толки залиты, блин. Ламину залиты, там все тоже врыз залито. В общем, бакфас не успевает как-то. Ну, по два магазина печатать вообще. Или наоборот. Ну, не, наверное, чуть-чуть не успевает, а может и наоборот. Короче, непонятно. У Карника я раньше по два магазина. Когда работал с Карника, я по два магазина отбирал. У Карника при этом сильно гнездо. Смотри, какой гнездок. Красиво. Это, блин, кориандр с разнотравьем. Ага. Обалденно. Насыщенный. В общем, как-то у Карники, говорю, я успевал по два отбирать, и они два были в таком вот виде, а у Бакфаста вот один такой, а второй... Сейчас быстро покажу. Все успею. Если памяти хватит. Так, чуть почистили вроде, но там не хватает лично памяти. Я вроде флешку на 64 гигабайта купил. Все равно не хватает, да? Постоянно. Так вот отбираем, пока солнышко, видите, сюда не пришло. Быстрее отбираю, потому что потом жара такая стоит. Ну да. Капец. Вот эти семьи, кстати, были в роевом состоянии. Здесь меняется матка. И та вот семья, которую я отбирал-то, до этого тоже. Там тоже меняется матка, вон там вот семья. По сути, они без плодной матки в роевом состоянии продолжали собирать мед. Потому что бакфаст. Первенькая бакфаст в роевом состоянии собирает. Они всегда собирают мед, когда есть чего собирать. Такая красота. Обалденно. Для видео стараюсь быстрее, чтобы ложиться, а так вообще я не спеша отбираю. Это для видео хочу снять, показать, ну, чтобы ложиться в более короткое видео и больше показать, поэтому спешу, а так я не спеша вообще. Работаю, кайфую. Потому что сильно жарко, тяжело быстро двигаться. Начинает аж сердце хватать, блин. От жары, от жары. Это не шутки. По жаре сильно. Уже когда вам уже раковничек, то уже сильно не стоит перенапрягаться. Можно доиграться. Может организм не вытянуть такую жару, поэтому потихонечку. Вон, видите, какая красота. Ну, все, 100% не ждем, некогда. Ну все, залито просто. То ли бакфаст сильно быстро заливает, то ли... Хотя Карника там так же быстро заливает. Вот. То ли он все-таки медленнее печатает, но почему-то у Карники у меня получилось брать по два вот таких магазина. Тут тоже все залито, но, блин, оно не печатное, вот там внизу 100%. Как-то он, короче, не знаю, то ли хуже печатает. Ну, медленнее, точнее, не запечатает, я не знаю. Короче, немножко это, но это... Просто я тогда проходил по два отбирал, сейчас прохожу по одному отбираю. Ну потом следующую волну просто иду. Ну прошел по одному, сейчас собрал, откачал. Потом жду следующую волну, как бы, ну когда подпечатают. Опять прошел верхнюю, собрал. Опять откачал. В принципе, оно
Может даже так и к лучшему. Потому что если два магазина отбираешь, то уже пчелы не помещаются. Они уже не влазят. А пока я его сейчас откачаю, пока верну назад. Пенечки не спеша. Возвращаюсь, скорее всего, уже под вечер, буду посмотреть. Потому что сейчас солнышко выше поднимется, и тут будет сороковничек. А на солнце будет за 70, наверное, градусов. Здесь работать будет нереально. Где создать до ветера, чтобы вернуть мед. А так как бы по одному мед отобрал, более-менее. Корпуса? Не мед. Запарился, мозги дымят. Сейчас жарко сильно. О, какой красивый, блин, какой у него цвет. Угу, цвет красивый. Насыщенный такой просто. Угу. Обалденный. Обалденный просто. Подрыви. Корпус прилепили. И попутно снимаю прополис на рынок, потому что прополис уходит потихонечку. Вот сразу с магазина, вот видите, вот тут настраивают прополис, а и на рамках. В общем, снимаю все. Сразу там. Не здесь на жаре, а именно в помещении для откачки. Ну а здесь приходится снимать, который на гнездах, вот на решетке. Прополис его приходится, конечно, снимать. Сейчас я вам покажу просто быстренько этот магазин, в каком он состоянии. Дальше не пойдем. А, кстати, угу. Кстати, угу. Это семья повеселее, угу. Печатает. Здесь, кстати, возможно, и можно было подобрать и два. Блин, не, не буду два. Не, пусть печатает. Угу. Вот наверх поднимешь его, да. Ну, там все залито, потому что они начали выкучиваться, я уже сразу вижу, что залито. Ну, вот они чуть-чуть, видите, подосвободили место, как бы, не вот оно семи, как не сильно выкучивается, но... Вчера они прям висели. О, смотри, какой красивый, блин. Ёлки-палки. А, пахучий. Разнотравье. Закрашенное кориандром, как говорится. Потому что носили какой-то там процентов 30 кориандра носили и процентов 70 она с разнотравья. Ну, такой получился мед. Ну, попутно носили, то есть вместе. И оттуда сразу. Вот такие вот рамочки. Ну и там внизу с ними раздутая, все залитое. Угу. Тоже все залитое, раздутое. Память сейчас закончится. В общем, как-то нет, снимаю один, не буду пороть горячку, по одному. Снимаю со всех семей, прохожу по одному. Магазину откачиваем, возвращаем потом обратно в разрез. Вот. Ждем несколько дней. Подпечатают опять. Прохожу, снимаю и так, короче, до конца лета. Спасибо за просмотр, всем пока.